к той последней теме про причины. Вот вы очень важную тему затронули, отношения, вот эта вот энергетика отношений и так далее, да? Но я еще просто хочу так кратко, может быть, перечислить. Да. Ну, а захотим, разовьем, нет-нет. Те факторы, которые тоже очень серьезно влияют на наше с вами здоровье. Ну, во-первых, вот даже перейдя плавно от того, что вы говорили, к другому, вот эти отношения. Но ведь сама среда обитания тоже как бы провоцирует человека на вот эти ужасные, неестественные отношения. Разрешите, я хочу вставить, почему-то мы не стали об этом говорить, но об этом нужно говорить, потому что сейчас общество, кроме всего того, о чем мы сказали, угрожает еще одно страшнейшее зло, которое называется алкоголизм. Очень примитивно, очень, вроде бы, даже смешно сейчас говорить о том, что алкоголь вреден. Алкоголь вреден. А почему у нас разнузданная пропаганда алкогольных напитков? Екатерина почему? Говорила, пьяным народом просто управлять. Еще но это же страшно. Страшно. Слушайте, народ деградирует. Наш российский народ деградирует от алкоголя. Друзья, давайте прекратим это. Я просто прошу правительства, государства, президента, прошу всех частных предпринимателей, давайте прекращать производство алкоголя, хотя бы уменьшать его очень-очень сильно, сокращать. Ну, я думаю, об этом говорили очень многие. Ну, вспомним Углова хотя бы. Ну, слушайте, ведь это же великий человек, действительно, величайший человек. Что пишет Углов об алкоголе? Он говорит о том, о страшном вреде. Это же понятно. Что это даже 6 грамм чистого спирта уже... У алкоголика, даже не у алкоголика, а просто у пьющего человека. Сглаженные, извилины мозга. Выпады структур целые, так сказать. Выпады, конечно, структур мозговых. В общем, это страшнейшее явление. Слушайте, ладно, о мясе говорим. Мясо вредно, а алкоголь полезен. Это же страшное дело, друзья. Поймите, пожалуйста, я очень прошу вас, те, кто еще, так сказать... Хоть грамм употребляет? Не употребляйте его и не поддавайтесь вот этим соблазнам. Везде, и в Москве, и да и везде, и в любой деревне этот алкоголь есть, существует огромное количество самых разных, самых привлекательных бутылок с наклейками и прочими. Там и водка, и коньяк, и вино, и нет им числа. И много чего. И есть еще, плюс к магазинам, есть алкотеки. Вот это меня вообще ужасает. Алкомаркет едешь, так сказать. Алкомаркет, алкотека. Значит, все. Дискотека, алкотека. И... Друзья, пожалуйста, не поддавайтесь в этой рекламе. Пожалуйста, не употребляйте алкоголь. Если народ не станет его покупать, то государству не станет выгодно его продавать. Для этого нужно, чтобы каждый человек понял, глубоко осознал, что же такое алкоголь, как лично для него, хотя отдельно взятого так. человека, так хотя и для общества, народа в целом. Если мы еще думаем, что продажа алкоголя приносит доход государству, нет, только убыток, мы всегда. Страшно ошибаемся, потому что убыток неравнозначный. Просто таки в десятки раз больше убытка. Мы теряем наш народ, мы теряем ясное сознание российского народа. Мы нарушаем генофонд нации. В третьем поколении... Это генное оружие. Генное оружие. Известно, что в третьем поколении меняется генетика. Друзья, очнитесь, я вас очень прошу, прекратите употреблять алкоголь. Вообще прекратите. Ну и о чем еще говорить? Ой, факторов очень много неправильных в нашем социуме. Ну вот мы стараемся по возможности... прояснить, так сказать, ситуацию, просветить народ. Ну, пожалуйста, прислушайтесь к тому, да. что мы говорим. Если можно, я сейчас вот хотел бы что конечно, еще добавить, конечно. Как пункт. Итак, мы можно разделить, когда если более, вот я вам налил же, более масштабно и более глобально говорить, систематизировать, то это яды, те самые, которые вообще, во-первых, яды в быту, то есть хлоросодержащие там да, какие-то, да, это все понятно. Моющие нет, средства все. Химические, которые там через кожу, в кровь, в лимфу, и мы вдыхаем почки, значит, сразу, так сказать, и так далее. Да. Это во-первых. Яды, естественно, вот эти, которые почему-то люди считают, ну, ведь вообще алкоголь, это, понятно, наркотик. Есть наркозная доза, есть эйфория, есть все составляющие определения есть, термина и понятия, значит, наркотика. Теперь, у него есть, значит, ясно, это... легальные наркотики, легальные к сожалению. Общество наркотики. Считает это вроде, поскольку в магазинах с продуктами продаются, да, вроде да. это продукты питания. Вот так, извиняюсь, называется книга Углова, да, правда, и уже о легальных наркотиках. Да, совершенно правильно, потому что есть знаешь, нелегальные, ну это каждый знает, героин, да, а да, это да, легально, да, но это наркотики. И тем они опаснее, потому что в масштабе, ну тут-то мы знаем героин, кто ребенку, а тут вроде, ну ничего, еще некоторые идиоты говорят, я лучше сам буду наливать,
Да, чем, да, так, да, сказать, да, потом, да, где-то в подворотне. Это научили враги с телевидения, научили, а идиоты родители, ну кто такой убит, он идиот, конечно. Он повторяет, что я лучше, то есть ты, дорогой друг, своими же руками. Вместо того, чтобы объяснить, сынок, дочка, если ты хочешь вырасти честно, порядочным, нормальным человеком, ты к этой гадости, от которой наш народ уже уничтожен почти, даже рядом не прикасайся. Кто тебе захочет налить, ты ему объясни, что это такое, чтобы этот человек стыдно стал, а не тебе, якобы ты белая ворона. Это им 50 человек рядом с тобой пусть будет стыдно. Ты так объясни. Вот что такое патриотическая, гражданская, настоящая позиция. Да. И вот тогда, вот действительно, когда в обществе будет воспитано понимание глубокое, надо просвещать. Каждый из нас на своем месте. Вы, может быть, у вас три друга, объясните троим. Конечно. Я, с точки зрения вот Эльмара Вагаршакина, там тысячная, многотысячная аудитория, объясняю, ты, значит, я тоже такие лекции отдельно, у меня есть по алкоголю, я даже там вот есть такой, я, знаете, ответ мое, ответ на письмо читателя, попросил парень, значит, его отец, он так сильно в религии ударился, а там вроде вино, причастие, а он, для него это беда. Ну, понятно, что когда, мы же знаем случаи, когда на причастие вроде даже кто сохранить семью захотел, зашился человек или просто там, значит, он начал, капля раз и понеслось. Возникает вопрос, что это такое зло? Конечно, мы же не идиоты, мы видим, что зло, семья разрушает. И еще эти идиоты какие-то говорят, что, мол, Иисус, и еще говорят вот про то самое вино. Ну, что, шизофреники, я говорю, что шизофреники, что ли, раздвоение личности. То есть, с одной стороны, вот, представляете, а что такое раздвоение в данном случае? Вот смотрите. Эти люди, кто, ну, вот, допустим, христиане, кто себя считает, там, неважно, православные, они вот спрашивают, что такое Иисус? Ну, это вот, ну, и, в общем, дойдем в результате рассуждения, что это олицетворение самого светлого, чистого, конечно, добра. А теперь возникает вопрос. Ну, если вы не шизофреники, считаете, как такое может быть, если Иисус, это всего светлого, а алкоголь? Как бы вы там ни фантазировали, конечно, вы что, не видите тысячи бедных детей, которые при живых родителях, домах, вы не видите, которых вниз головой кидают мамаши, только что выпившие несколько фужеров, даже вина, а не водки, или сядут за руль и давят десятки там человек, или да. И это что такое? Зло в чистом виде, абсолютно, без всяких там компромиссов. И у вас не возникает противоречия, как у разумного человека, что не может быть, с одной стороны, Иисус, он не мог просто физически... Это просто противоречит здравому смыслу. Это искажение Евангелия. Безусловно. Просто император там Диоклетиан ему в угоду... Да-да-да, мы это говорили, все, как все это было, и что такое вино, да-да-да. Что оно есть в хорошем смысле, пробродившее то самое, которое спиртовое, это уже плохое. Конечно. Вот, потому что его не выливали, потому что в пустыне, как бы там вода на вес золота, ее оставляли, и уж в конечном счете, так сказать, в крайнем случае, так сказать, а потом это перешло, ну, а потом определенные люди поняли, что это оружие генное, которым можно уничтожить непокоренные народы. И вот, собственно, мы видим, что стало с индейцами 80 миллионов за два поколения, которых не могли взять никакими там, ну что там, 200-500 тысяч, а потом там 2 миллиона белых, где там в своих горах каждая травинка помогает. Они за два поколения алкоголем уничтожили, все, весь их индейцев остались, вон сейчас сидят. И нас, безусловно. Даже вот, казалось бы, царская Россия, вроде там многое не понимали, это все еще, так сказать, но Николай II в начале своего царствования подписал указ на территории Сибири и Дальнего Востока о запрете не только продаж, но и производства для народа Крайнего Севера, потому что, так сказать, у этих народов, ну, так сказать, еще быстрее вышибает. У них алкоголь дегидраза вообще не... Поэтому, собственно, у них там это за два фужера сразу алкоголиком конченным становится человек. Это нам тут надо, ну, я имею в виду равнинным народом, любым. Нужно там, значит, кому-то там больше, кому-то меньше. И еще, дорогие друзья, не поддавайтесь, но как бы это сказать, если вы считаете себя разумным человеком, то вот, ну, не может быть, во-первых, с наркотиком компромисса, не может быть никаких доз умеренных, неумеренных, потому что это все разговор, как этот лукавого. Что значит умеренные дозы? Вы что, не видите миллионов алкоголиков и конченных пьяниц, которые себе жизнь испоганили, своим близким, друзьям, которые не родили нормальных детей, и у нас и убыль населения реально идет. Это все вина, первопричина алкоголь, не алкоголизм, это вот в принципе, а именно наличие в обществе алкоголя как вот этого самого яда. Это протоплазматический яд. И это наркотик, это жирорастворитель, который растворяет липидные жировые оболочки клеток, в том числе половых клеток и яйцеклеток у женщин, и вышибает, и неизвестно из какой яйцеклетки будет зачат и рожден ребенок. А они же всю жизнь, они не образуются, вот родилась девочка, у нее же все половые клетки, это есть, конечно, не как у мужчины всю жизнь. И вот какую повредит? Поэтому ни капли в жизни, ни капли.
нормальный человек, вот я, например, в жизни ни одного грамма алкоголя не выпил, вообще никакого, никогда. Поэтому совершенно принципиально иные возможности мозга, иные, вот, так сказать, трудоспособности, то есть совершенно все по-другому. Человек, который перестал употреблять алкоголь, он никогда не пожалел о том, что он перестал. А вот те, кто пожалеет все, если еще сознание останется, да поздно будет. Поэтому нормальный родитель должен воспитать ребенка в полной, природной, естественной трезвости. Сохранить себе ребенка, как говорят, вот, в душе и в себе, это значит сохранить чувства. Светлые там чистые помыслы, так сказать, справедливость. Вот это вот, вот эти все чувства и состояние, которое уничтожает алкоголь. И недаром наши враги специально этот алкоголь внедрили в сознание, как якобы что-то типа традиции, обычаи, ложь полная. Никогда то, что уничтожает народ, не может быть традицией. Никогда. И об этом в любых народах всегда, испокон веку, это было как абсолютное, полное и запретное. Вот. Но это про алкоголь. Какие еще факторы? А вот еще я хочу сказать, конечно... Безусловно, к химическим надо отнести, разумеется, помимо всех вот этих средств вокруг нас, химических обработок, прочь, и алкоголя, табака и других, так сказать, наркотиков, это, конечно, еще это, к сожалению, которые добавились не так давно, мощнейшие вот эти электромагнитные и прочие воздействия, в том числе сотовая связь, Wi-Fi, излучение. К сожалению, в той или иной степени, да, мы не можем от них как бы, но можем. То есть, на самом деле, кто-то радикально решает вопрос, там, переезжают, так сказать, вот в деревню, не обязательно к поселению, кто-то себе на хутора, или он как Стерлигов, там, ну, грубо говоря, каждый по-своему. Но я знаю, например, людей, которые, вот физиков, которые очень серьезно изучали вопрос Wi-Fi излучения. Оно в 300 раз опаснее примерно сотовой связи. Это просто почти гарантия онкологии. В каждой квартире. Да, в каждой. Причем по 15 источников иногда. Да, там он понатыкали себе, лень проводок им подсоединить. Я, кстати, свой ЭКТЛ когда создавал, об этом тоже расскажу в конце. Мы везде провели провода. У меня нету никакого... Да, это дороже. Но это принципы мои. Я не могу с ними поступиться. Никакого Wi-Fi. А все еще пишут, как какая-то, знаете, кафе, Wi-Fi, типа это, или отель. У нас Wi-Fi везде, так сказать, пробивает. И это якобы достоинство. Это недостаток. Это недостаток. Просто люди не понимают, что это такое. Были исследования. Это страшное дело. И фактически голова в микроволновке. Но, по сути... Я знаю физиков, которые, знаете, даже до чего дошли. Ну, а что? Вот они в Москве, они не могли уехать или не захотели, они просто фольгой полностью обтянули внутри там, значит, вот перегородки на улицах, и окна ставни просто закрывают фольгированные. И это экранируют. Ну, приборами смотрят, да, реально экран. Ну, кто-то так, кто-то переехал. У меня тут загородно, ну, буквально один человек, и то там мы ему сказали, он сейчас уже нет Wi-Fi никакого. Значит, кто-то по квартирам может походить по соседям, ну, мало ли, так сказать, коммуникабельный человек объяснит людям, даст какую-нибудь информацию, посмотреть, ну, не враги же они в себе или детям. Кто-то, конечно, самодур, а кто-то, может, и нормальный, все-таки снизить нагрузку. Вот, значит, ну, это ладно. То есть, вот это еще тема. Конечно, высоковольтные линии электропередач, кто живет рядом, и вот садовые участки, да, на природу уезжают, а тут у них будет. Подлое, да. Значит, понятно. Это различные другие воздействия, которые, так сказать, вот в повседневной жизни добавила нам вот это, к сожалению, такая пока еще неразумная техногенная среда. В этом плане, конечно, ну, нельзя не согласиться в этом плане вообще как идея со Стерлиговым, потому что, конечно, жить на природе, пусть у нее свое там мировоззрение в плане там вот такого ортодоксального, я даже сказал, оригинального христианства, да, такого, которое прям, ну, он считает, что все ученые, так сказать, как он их там, колдунами называет, проклятыми, которых надо на кол сажать, уничтожать, что, конечно, с ним можно в какой-то мере согласиться, когда речь идет вот о тех, которые мы говорили, которые... достижениях. Да, но, так сказать, он огульно, вот то, что неправильно. Или он говорит, вот, кстати, давайте на эту тему, это очень интересная тема, кстати. Он говорит, вот электричество. Если отрубить везде электричество, все наступит, ну, как бы благоденствие, потому что, так сказать, люди перейдут, все, холодильники разморозятся, это, всем придется работать на земле, так сказать, там, перейти из городов, прекрасно, уезжать и так далее. Он, конечно, все, причем говорит, у нас в России есть возможности, если бы президент захотел, могли бы послать спецкоманды там во все страны, чтобы это везде электричество отрубить. Я, конечно, просто... Это утопия, я просто поясню, вот даже вот нашим... Кстати, меня просили... А я иногда делаю такие обзоры, ну вот, известные люди, что-то их выражения, такие общественно важные темы, я их как бы освещаю с точки зрения логики, здравого смысла и диалектики Гегеля тоже. Ну и я и объясняю все. Ну и вот касаемо Стерлига меня просили, а я-то его знаю, он как был моим приятелем когда-то даже в свое время. Я его хорошо знаю, и детей, и главное, ну и жену тоже, Алену и так. Они у меня в гостях были, я у них и в Слободе, и вот в новом месте.
И я обязательно сделаю скоро такой обзор. Да. Потому что темы, которые он поднимает, важны. Но как... Я с очень многими вещами согласен. Но есть те, вот, например, он говорит про электричество. Все, отрубить. Я просто один момент приведу, вот как для заманухи, так скажем, грубо, и чтобы зрителям было интересно посмотреть, ну и заодно разговоримся в этой теме. Вот смотрите. Даже если это получится сделать, что, конечно, не получится. Ну, допустим, отрубили. Угу. Сколько у нас стоит на планете атомных электростанций? Много. А для охлаждения реакторов используется вода и специальные электродвигатели, мощнейшие насосы, которые качают эту воду. Так. Когда электричество мы отрубаем, вода перестает подаваться. Так. Значит, идет закипание быстрое, да, и взрыв через буквально 2-3 дня, там в зависимости, да, выкипят генераторы. Ну, хорошо, месяц поработают дизельные генераторы, запас, который дизель, но его не подвезут. И происходит взрыв, и человечеству конец. Я извиняюсь, можно мне вставить свечку? Нужно. Я извиняюсь, друзья, но придется, вы знаете, я не люблю самохвальство, но придется заняться какой-то саморекламой. Ну, я думаю, вам известна достаточно моя книга. Да, 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 люди наши в курсе. Путь будущей цивилизации. Друзья мои, почему так? Потому что последний раздел этой книги у меня называется «Экополис». И вот если, и на самом деле невозможно вот так сделать, как предлагает Герман Стерлигов и прочее, прочее. Но что возможно? Друзья, возможно создать экологическое поселение или экологический город с населением, ну, максимум 50 тысяч человек, чтобы в этом городе все было иное, достижения техники использовались во благо, и немножко другая техника была. Потому что в этом экополисе, поймите, пожалуйста, друзья, там все должно быть иное. Экологическое, экологическое питание, экологическое сельское хозяйство, я уже не говорю экологическое лечение, а скорее экологическая профилактика болезней, экологическая гигиена. И должны быть экологические источники энергии, экологическая утилизация мусора. Понимаете, все должно быть иное. А что невозможно при данном уровне развития техники? Мы не можем иметь экологические источники энергии. Обязательно, что ли, электричество? Не обязательно. А для чего были работы Тесла, да и других ученых? Господи, ведь все это возможно сделать, друзья, возможно, только нужно задуматься об этом. И нужно это как-то разрешить. Тут нужны, конечно, инвестиции. Тут запросто вот это не сделаешь. Вот не может человек один, я решил жить в экополисе, я сделаю экополис. Нет, не получится. А что мы сейчас делаем? Вот у нас есть спасительная национальная идея, как медиков говорит наш. Поселение. Родовые поместья, да, это прекрасно, родовые поместья. Но там же нету того, что должно быть на самом деле. Там нету той прогрессивных технологий, которые должны иметь место, экологических технологий. Нету, там все то же самое, что и везде в городе. И народ живет практически с той же, ну, с тем же менталитетом городским. И, а если он отрицает этот менталитет, то живет он просто очень... такой жизнью неполноценной. Вот, Маруша, вот очень важный момент, поскольку я сам создатель экопоселения в этой теме, да, ну и встречался, и прорабатывал, да, то есть очень, да, много, да, я, да, вот, да, хочу, да, что сказать. Причем мы как бы со Стерлигом иначе, я хочу просто пояснить еще, да, момент такой и расскажу немножко про экопоселение. Значит, смотрите, во-первых, вот то, что Стерлигов говорит про электричество, вот электричество вообще само по себе, если бы оно, как он правильно говорит, вырабатывалось бы не с нефти, газа, то есть и губя планету и так далее, как будто нельзя вырабатывать по-другому, о чем ты сказать. Можно, во-первых, действительно существуют тесловские технологии, которые взяли их под сукно 100 лет назад, положили больше всякие Морганы, там, Оппенгеймеры, ну, да, и, так сказать, Рокфеллеры, да, конечно, которые патенты взяли. Да, и да. Чтоб, для чего? Чтобы люди не были свободными. Чтоб, ведь конечно, у Тесла была мечта. Чтобы в каждой точке, как проводник Земля, они могли определенные там, ну, схемы и конфигурации, да, штырь, да, я примитивно считаю, воткнуть и получать бесплатную электроэнергию. Значит, это, если это возможно, а это абсолютно... Это, я просто темы эти изучаю, альтернативные источники тоже давно. У меня есть, вот, например, даже кое-какой интересный генератор тут стоит. Я, ну, об этом, да, да, резонансный генератор. Вот, кстати, потом, автомобили. Уже давно даже серийно пытались, вот, например, японская одна компания, у меня есть видеоролик, создана машина, прям не прототип, а вот уже вот, могут серийно, только им не дали, угу, которую заливаешь в воду, и она едет чисто на воде. То есть там стоит генератор, значит, вот на водородный двигатель, да-да-да, генератор водорода, но поскольку в машине нужно для того, чтобы она ехала, много водорода,
А электричество, вырабатываемое ремнем и генератором, и приводом, так сказать, вот, двигателя, недостаточно, чтобы вырубить такую электроэнергию, чтобы много электролиза, значит, вот, определенной мощности, то тогда было придумано еще давно, в 70-м годами, вот Браун, такой газ Брауна, то, что резонансный генератор, который вот на основах опыта Теслы и так далее, давал в 10-кратном, в 20-кратном больше вырабатывания. Да, это известно, это уже их убили тогда сразу, через испытание машины, несколько дней их уничтожают, этих ученых, значит, которые открыли путь, вот, ну, заново как бы открыли. Значит, Тесла тоже у него были двигатели, без ничего работали, без масла, без стояли, это все. Вот. И он показывает, японец стоит и говорит, вот, пожалуйста, на воде из лужи, из моря, из океана, из, значит, озера, и из выхлопной трубы, знаете, что выделяется? Кислород. Вот. То есть вот это возможно, не дают. Поэтому тот Стерлигов абсолютно не прав в том, что надо прекращать вообще. Нет, у него есть просто идея, он просто мечтает, как бы, знаете, как вот есть люди, которые вот у него, вот он хочет оказаться такой, знаете, в средневековье, чтобы у нас вот только лошади, это тяжелый физический труд. Прогресс и цивилизация, я понимаю, что в том смысле, как он есть прогресс, который разрушающий, уничтожающий разум, там, и здоровье, и он нам не нужен никому. Но это не значит, что техника или производство, вот даже примитивные орудия труда, когда они развивались, как, те же пилорамы, не обязательно пилить ручную, были паровые, например, пилорамы с 16 века, паровые. Это уже автоматизация, это механизация. Почему это? Ведь тогда мы можем далеко уйти, это чистая философия уже. То есть мы можем на чем-то остановиться, а можем нет. А зачем мы останавливаемся на каком-то, например, технологическом достижении? А, потому что оно начинает губить природу. А если оно не начинает губить природу, надо останавливаться? Нет. А если оно сберегает? А, тем более. Тем более. Есть такие, вот я говорю, из выхлопной трубы кислород. Ну что тут еще можно сказать? Только самодурство остается, если оно остается. Значит, вот, что такое есть ноосфера, как раз это сочетание вот этих технологий, и комфорта. Потому что у человека, если он тратит меньше времени, труда физического на восполнение своих жизненных вот нужд, интересов, у него остается больше времени на что? На саморазвитие, развитие детей, на духовное, так сказать, нравственное, конечно, и прочее начало, конечно, на создание высокой культуры, конечно, в обществе. Духовной культуры. Безусловно. Это и нужно. И тогда человек может быть действительно счастлив, когда он живет гармонично. Когда он понимает, вот, отвечая, ведь чтобы человек задумался, кто я вот в этом мире, зачем я живу, у него, ему нужно время. А наша жизнь современная, она заставляет человека, как белка в колесе труда ночи, чтобы он не думал. Чтобы не думал. Вот задача мирового правительства, глобальное управление, чтобы человек отпахал с утра до ночи, пришел усталый, пихнул с плохим настроением, оттуда скандалы в семье, о чем мы говорим, есть. А как у него будет не скандалы, когда он погружен в ненормальную жизнь, естественно. Поэтому вот те самые экопоселения, это как один из, пожалуйста, хуторские хозяйства, как крестьянские, как у Стерлигова, ради бога, так сказать, тоже дети растут здоровые, друг за друга, как вот, как говорится, горой, да, постоят, то есть в братстве растут. Прекрасно, ну, другой вопрос, идеологический момент, мы не будем, то есть вот чисто вот, вот эти, безусловно, вопросов нет. Кто-то с другой идеологией, там, например, вот действительно ведическая культура, которая изначально, как ни крути, изначально, потому что только она объясняет, отвечает на все вопросы бытия, на все. И на все вопросы причинно-следственных связей. А в природе, вот от капли воды, да, до космоса, все подчинено законам единых причинно-следственных связей, логично. Да. Те же законы кармы мы возьмем, которые, это же тоже законы причинно-следственных связей, что посеешь, что именно. Это законы природы, от минимума к максимуму, единые общие законы. А иначе бы жизни не было, даже с точки зрения философии. Иначе бы просто невозможно было бы существование жизни и любой какой-либо эволюции, там, духовной, физической, материальной, да, если бы не было жестких, без исключения идущих, четких законов причинно-следственных связей. Но если мы дальше развиваем эту мысль, мы придем к тому, что мы должны понять, хотим мы того или нет. Что как бы мы себя там не обманывали, там не в иллюзиях не жили, как вот у Углова, тоже в плену иллюзий, да, там книга. Да. Ну, это глобально вообще обо всем. Мы, если мы отделены, если мы оторваны от наших корней, от земли, у детей никогда не будет моё глубочайшее убеждение, полноценного и правильного воспитания. Это совершенно. Если он, его не заложили, вот эту, так сказать, не просто любовь к природе, а он должен прочувствовать. Можно 100 раз говорить, но никогда ты не поймешь, да, если ты... А я объясню, почему.
Вот ребенок сажает деревце или что-то, да. Он участвует в сакральном процессе. Да. Он является уже сотворцом. Да. А что это такое? А это мы уже как раз к ведам и пришли. То есть, ведь вера, в отличие от религии, это и есть глубокий термин, если религия чисто латинянская, ну это повтор. Это повтор, рекультивация, да. А лигатура чтения, то есть это повторное чтение. Что, зачем нам нужно повторное, если у нас есть и изначальная книга живой жизни, природы, она нам говорит, она нам показывает истину, то есть законы свои, как оно есть, не как мы хотим, а как есть. И если мы, как говорится, лицом к природе повернемся, если мы примем и эту жизнь, как наши предки, почему разумная жизнь без изменений, вот в этой гармонии тысячами поколений передавалась, а потому... что мы жили в истине, то есть мы не пытались противостоять природе, а мы с ней в ладу жили, как в своем доме родном, знали, как идут процессы, почему, что, во всем. Да, мы не знали, мы не были там, ну, наши предки, там, биохимиками или что-то, конечно, ну, потому что этого и не надо было. Когда ты знаешь вот изначально, вот как оно все должно быть, когда ты не противоречишь, а сейчас нам это надо знать. Именно потому, что мы, так сказать, уже потеряли. Да, мы не знаем уже ни как травы, которые... Вот, животные это знают, а мы же не чувствовали. И мы чувствовали, знали по интуиту, потому что просто мы родовую память, вот эту генетическую память, она у нас была. Но сейчас она у нас отрубилась просто. У единицы людей она как бы возвращается. Раньше даже в школах учились, сидели, просто вспоминали прошлые жизни. То есть те свои, что опытом поколений было накоплено. И нам не надо было, это же казалось бы, действительно нелогично, заново с нуля всему. И когда ты только-только, если ты Ломоносов, то есть Титан, ты 50 лет ты эти знания открываешь заново, и тут ты уже, так сказать, приходит, это нелогично. Конечно. Поэтому, вот я говорю, никогда в современном мире, совершенно это правильно, мы... не будем знать информации столько, что мы ее никогда не переосмыслим всю. И не нужно, потому что надо понимать саму основу, то есть вот эти законы причинно-следственных связей. И понять, что без природы, без вот этой жизни гармоничной, вне природы, мы никогда не будем ни здоровыми, ни счастливыми. Все это будут полумеры, это все будут временные что-то. Мы себя будем утешать тем, что вот, ну это неправильно. И вот я, конечно, тоже со своей стороны, я знаю, и вы к этому призываете, как бы разумных людей... действительно создавать, вот для чего, даже не только для себя, а вот показывать, да, показывать другим, что в деревне, на селе, на природе можно и должно, и нужно жить хорошо, правильно, красиво, и даже богато, то есть, чтобы благосостояние было нормальное, если ты, так сказать, вот трудишься, если ты занимаешься хорошим и полезным делом, и пусть другие смотрят, а то ведь у многих какое сейчас представление, как нам научили нас с телевизоров в 80-е и 90-е годы, что, мол, о, это, значит, это вот надо все в городах, там счастье, какое там счастье. Это иллюзия, да, неоновые огни и вот эта круглосуточная работа супермаркетов, это же не есть счастье. Или шопинг, и, так сказать, это прекрасно, хорошо, приезжай, а кто мешает? Ну, приедь-то раз в месяц. Более того скажу, чем реже какие-то вот такие вещи, которые вам нравятся, там, ну, иногда приехать, купить какие-то, я понимаю, тем эти ощущения еще сильнее. И порадуй, с родителями, вот говорят некоторые, вот я в городе, и родители, и я буду тут сидеть, ну, так ты приедь, и ты так в городе живут, и все равно редко видится с родителями. А тут ты приедь, так это целый праздник будет, так сказать. Конечно, конечно. Понимаете, когда ты чего-то малое, вот в этом ты ждешь этого, так сказать... Это люди вот просто боятся изменить свои привычки, конечно, пристрастия, образ жизни. И они пытаются разными дешевыми отговорками отодвинуть, заглушить, задвинуть эту тему вообще абсолютно. Да, да. Ну, это не про... это деструктивная позиция. Вот, извините, да. Я хочу сейчас вспомнить нашего вот этого Виктора Яковлевича Медикова. Ну, он президент так называемой Славянской академии сейчас, а был президент Академии развития родовых поместьй. В общем, он говорит, ну и совершенно правильно говорит, что вот национальной идеей России должно быть создание родовых поместий. Родовые поместья, все это совершенно верно. Но, друзья, у меня есть тут небольшое дополнение, а может быть даже очень большое дополнение. По моему глубокому убеждению, вот у нас достаточно уже родовых поселений и, в общем, этих прекрасных структур, которые действительно сохраняют человеческую жизнь и делают человека... вводят в природу, в экосистему природы и осуществляют наконец то самое, что человек является звеном экосистемы природы. Но в этих родовых поселениях, если в каждом из них будет экологическая здравница, ну простая экологическая здравница, которая не требует расходов никаких
несложного медицинского аппаратуры, на которую тратятся миллиарды буквально, не требует даже рентген-установки. Она требует просто здравого смысла врачей-специалистов, натуропатов. Так вот, если будет экологическая здравница, даже не обязательно врачей, могут быть люди, пролечившиеся по этой системе, понявшие ее, и инструктора, так сказать, помогающие другим восстанавливать здоровье. И вот если будут эти экологические здравницы, и если, понимаете, вот, да, национальная идея поместья – это прекрасно, но давайте сделаем национальной идеей России здоровье народа, экологическое здоровье народа. И это будет прекрасно. А невозможно здоровье народа без экологической медицины. Я извиняюсь, опять же, не сама реклама, а это факт, что экологическая медицина только путь будущей цивилизации. Не будет экологической медицины, не будет будущей цивилизации. Друзья, учтите, невозможно иметь экологическое питание, экологическое сельское хозяйство, экологическое производство, а экологической медицины не надо. Медицина пусть будет лекарственная. Вот очень это важный абсурд, момент. Друзья. Я как раз, Маруша, к этому хочу что сказать. Вот опять-таки, мы очень. Ведь Стерлигов, он тоже затрагивает все эти темы. Вот очень интересно, так, вот смотрите, что он говорит. Раньше, говорит, до медицины современной Парацельса, как он называет, была медицина Галена. То есть та самая, где травы, коренья, значит, вот эти. И Гиппократа, на самом деле. Ну, да, но он ее, потому что он берет святого, и, так сказать, бы вот это все же чисто христианское, значит, неважно. Но это правильно. То есть знание трав, грибов. Совершенно, да. Ну, Гиппократ, по сути дела, конечно. И, кстати, вот мы с вами в начале, ну, еще, значит, в начале беседы говорили о том, что вот с древних времен, но говорит, что мяса-то не было. А я хочу просто, кто еще не в теме, есть люди новые будут. Дорогие друзья, вы посмотрите, почитайте труды или ссылки на работы и, так сказать, значит, то, что говорил Пифагор, тот же пифагорейцев, он был сам сыроедом и веганом, он описывал те древние континенты, вот, например, Арктиды или Гипербореи, где были предки вот арии, славян, так сказать, которые жили сколь угодно долго, ели только плоды, которые дают, значит, и так все подробно это, кто захочет, найдет. Это не ново. Например, Сократ, Плутарх, все были веганы-сыроеды. Древние Греции. Ни один гладиатор, это рассказывали моему знакомому, в Греции, то есть вот у нас как туристы приезжают и вот с пузом, так сказать, с таким сидят и им показывают, как вот просто, ну так сказать, что вот это все, что называется такое, то, что всем вот это все уже все это хорошо, театры, руины, все. А он берет и едет, например, там в горные поселения, где там мало-мало людей, которые еще хоронят какие-то, значит, да. Они говорят, слушайте, а у нас раньше-то все были, ну, он просто терминов у них другие, но по сути, они были все сыроеды. Вот гладиаторы, они были все. Почему? Потому что, когда речь идет про жизнь, там быстренько, там выносливость другая. И просто это от, ну, от безысходности даже, потому что иначе ты не выдержишь со стороны. Это как сейчас легкоатлеты, спортсмены, они почти все. Легкоатлеты, они почти все сыроеды. Элементарно, вспомните книгу Даниила. Вспомните книгу Даниила, как Даниил и его друзья там, плененные в Вавилоне, говорят, мы вам с царского стола будем давать. Нет, не давайте с царского стола, вы нам давайте воду простую, вина нам не надо, и давайте фрукты, овощи. А потом через 2 месяца посмотрим, кто из нас сильнее, кто из нас выносливее. Однозначно. Ваши юноши, которые питаются царской едой, и мы. Так, один из послов при Борисе Годунове, английской, значит, он описывал так, что, говорит, значит, боярство и при царе, и при боярах есть лекари, пользуются пилюлями, значит, и так далее. Русский мужик простой не болеет, живет 100-120 лет, я почти дословно. И, так сказать, ест самую простую пищу, которая, значит, растит сам. И так. Более того, вот, например, берем даже, так сказать, Шмелева, недалеко еще, так сказать, возьмем прошлый, значит, позапрошлый век, конец там, значит. Он, мальчик, он описывает, как у отца, и там, значит, они из таких старобрядцев, где еще все-таки, ну, будем считать, как на столетие, как будто назад. Ну, то есть, вот, он описывает, и там дядька его, который воспитывал, был прорабом, он такой мудрец от природы, мужик, он говорит, что для русского мужика первая еда зимой? Всю зиму, капуста квашеная. А давайте подумаем, почему? Вот Марвакшак, о, почему? Некоторые, многие, когда едят сырую капусту, сырую, например, вот человек ел вареную, ему даешь сырую капусту, у него газы вздутие, боли, или, например, говорят врачи, в принципе, правильно, вот капуста сырая, значит, ест женщина, а у нее, у ребенка газ, она молоком кормит. А теперь берем квашеную капусту, и этого нет уже, ни газов у ребенка, если мать молоком кормит,
Почему люди, те, которые не как сейчас работают физически, ну, разве, может быть, с шахтерами 30-х годов можно сравниться, когда там, как вот, почитайте того Шмелева, как там мужики, это сейчас у нас привыкли, что вот узбеки ямы копают, а русские уже не копают. Как тогда, как он описывает, кубометрами копали, то есть вот как кроты, силы откуда, квашеные копы, ну и не только, репа, редька. Почему? Вот что такое квашеные копы? Я просто скажу так, а вы вот свою. Дело в том, что вот эта грубая растительная клетчатка, которая является естественной пищей для симбиотических бактерий, которые в том числе обитают в листьях капусты, то есть симбиозах с природой, идет процесс квашения, натуральный, бестемпературный, когда эти бактерии, поедая, разрушая вот эту клетчатку, а у них же есть продукты распада им, их метаболизма, но эти продукты, в отличие от гнилостных и прочих бактерий, это есть как раз на выходе аминокислоты, витамины все, в том числе Б. Да, элементы, все совершенно все. Верно. И у нас это идеальная, это фактически кишечник в банке, ну, да, получается. Да, да, то да. Есть эта пища уже для усвоения идеальна. Да. У нас требуется наших ферментов, то есть работы поджелудочной железы нашей меньше, она сберегает свои ресурсы. Фермент. А что такое фермент? Это тоже белки. Значит, мы экономим и белки как раз. Безусловно. То есть, вот аналоги. И раньше это люди, они не задумывались. Они просто так тысячелетиями, поколениями жили. Правильно. И спрашивается, это что, невозможно? Или это стало, мы до того деградировали, что это стало казаться как будто какой-то фантастикой. Вот врачи порой меня поражают. Ну, это люди, которые должны обладать биологической какой-то грамотностью. Безусловно, какой-то... должны обладать. Но вот давайте даже, знаете, что порассуждаем? Вот давайте я сейчас скажу то, от чего волосы дыбом у меня, например, встают. Вот давайте так. Они абсолютно серьезно говорят. Они, кстати, знаете, когда речь идет про белки, про животные, значит, про мясо, это необходимо. И вот они начинают, знаете, что говорить? Они начинают читать мантры. То есть для меня, я смотрю, что они говорят, причем любой обычный обыватель, ну, обыватель повторяет за телевидением. Про... А они и все под копирку, от простого дворника до академика, говорят одно и то же. Начинают, животные белки не ходят, потому что это полноценные, все 88 незаменимых аминокислот, это. И возник, надо поэтому есть животные белки, потому что, мясо, потому что только там полноценные белки. То есть они ничего не понимают, не объясняют, что такое полноценные белки, в каких, почему и как содержатся в геме. А теперь я скажу такую вещь. Курс школьный, не институтский. В каждой клетке нашего организма, вот мы в школе учим, есть ядро, цитоплазма, значит, внутри у нас органеллы, есть такие... органеллы, рибосомы называются. Yes. В них происходит процесс биосинтеза белка. Так, сборка белка идет. Теперь возникает вопрос. Если мы разберем и вспомним, мы почитаем школьный, не то, что там высшую биохимию, институт, что такое процесс биосинтеза белка? То есть, это образование белковых, значит, полимерных вот, цепочек беловых молекул из мономеров, из аминокислот. А если это так, а это, ну, факт, без которого вообще дальше говорить вообще не о чем в биологии и биохимии. То есть, если это так, и если у нас в каждой клетке нашего организма идут сборка белков, какие нужны, только наш организм знает, какие в данный момент времени нужны белки в каждой клетке, в органе, ткани. И ни один академик лучше природы или бога, богов, кто как хочет знать, не будет никогда. То есть мы это как константу воспринимаем. А если это так, давайте следить за ходом мысли дальше. Если у нас синтезируются белки в каждой клетке нашего организма, то есть это значит то, что если в организм с пищей нам поступают белки, и неважно, какие животные, растительные, они должны быть разобраны до аминокислот. Безусловно. Аминокислоты должны всосаться в тонком кишечнике, в кровь, и кровью нашей уникальной жидкой соединительной тканью донестись до каждой клетки организма, и эти аминокислоты вовлекутся в биологический оборот, биосинтез белка, и будет сборка. Тогда вопрос, это факт-факт. Нам нужны, вопрос, белки вообще, ответ, нам вообще белки в пищу не нужны. Нам нужны аминокислоты, если уж на то пошло. Нам нужны структурные, знать те элементы, которые элементарно всосутся, усвоятся без лишних отходов, без, так сказать, насилия над ферментной системой. Без разрушения наших. Правильно? Да. Вот. То есть, получается, и это ни один диетолог, ни один медик нам никогда в жизни, я просто поражаюсь, то есть они это забыли, не помнят, не знают, вообще... Или действительно мы живем в таком плену иллюзий, когда мы становимся зомби, то есть когда мы просто даже мыслить можем, да, только деструктивно, но не можем мыслить даже по сути предмета своего. Ну ладно, простой человек, он не знает, но, так сказать, специалист, он должен это, так сказать, в основе. Биосинтез белка, он же идет.
То есть белки собираются в каждой клетке. Поэтому-то именно любой чужеродный белок, попадающий в организм, он и является антигеном, потому что он чужероден. В других клетках построен. Он был построен в другом теле, например, да. животного, для выполнения сугубо определенных, например, двигательных функций данного животного. Безусловно. И значит, поэтому он и воспринимается, попадая в организм, иммунная система воспринимает как чужеродный агент, который надо уничтожить. Иммунная система мобилизуется, безусловно. Антитело, антиген. Ой, друзья, тут еще возникает один страшнейший вопрос. Даже неизвестно, что страшнее нас, алкоголизм или генная инженерия. Друзья, а что такое генная инженерия? Я сейчас просто один элементарный факт приведу. Мне рассказывала женщина, в общем, журналист, которая была на сессии, в общем, в Академии Тимирязевской. Она была на конференции лаборатории генной инженерии. Там существует такая лаборатория официально в Тимирязевской академии. И там официально заявили, что мы вводим в помидоры, вы знаете что? Ген быка. В помидоры вводим ген быка для того, чтобы они были более устойчивы при хранении и перевозке. Друзья, вы заметили ген быка в помидорах? Я его ясно воочию вижу. Что значит белок? Белок – это то, что имеет белый цвет. Что такое куриный белок? Да, это эталон животного белка. Это белый. Сварите яичко. Белок белый. Чисто это. Так, что такое помидоры на разрезе? Беленькие внутри. О чем это говорит? Это говорит, что ген быка синтезирует там белок быка. Понимаете, белок быка. Вот все помидоры, кстати, лишены этой белых ключей, не только узбекские помидоры. Видимо, Узбекистан не Россия, и там не доходит вот эта вот генная инженерия нашей Тимирязевской академии. Значит, они помидоры имеют натуральные. Ну, другое государство. А мы, значит, этих натуральных помидор не имеем, друзья. Это страшное дело. Может быть, где-то в Перма. А вот мне показывают помидор натуральный. Юрий Андреевич, да, он показывает натуральный помидор со вкусом, видимо, помидора, но просто... не говядины. Да. Уверяю вас, вот, видимо, вы уже забыли вкус настоящих и вид настоящих помидор, особенно молодые. Маруша, вы сейчас попробуйте. А я как раз вот прямо последние ваши слова скажу так. Когда-то смотрю по телевизору знаменитый наш Познер в Америке с этим Ургантом. Ну, как помидор, кстати? Неужели это помидор? Неужели это помидор? Это кстати, помидор. Вот доктор Хусейн тоже пробовал, вот именно эти помидоры. Он говорит, это как вот то, что в детстве вот выращивали Шаны. Берберы, то, что вот там... Да, это я расскажу. Ну, они то... А вы знаете, кстати, у них какой... Если белые люди, то на самом... А знаете, какой тип питания? Почти как у русских. То есть значит, у них... Берберы в Африке живут. Правильно, Марокко. Марокканцы. А я не знала, да, что за народ. Белые люди. Да, я извиняюсь, я такой человек, что нас попробовала, должна да, есть. Берите половину. Прямо туда. Давайте сейчас уберем. И вы ешьте все. Причем без... Да. Значит, вот смотрите. Сейчас я вам интересную вещь расскажу. Ну и нашим зрителям это тоже будет интересно. Итак, мы про что сейчас тему, потому что мы сразу и на это как... Да, кстати, они там и чеснок, и все они вот выращивают. И прям так берут чеснок и едят. Ну, очень интересная тема про долголетие было. Берберы белые люди? Да. Они потомки, конечно, да. То есть у них, ну, естественно, только пигментация, то, что там столетиями жили, а так они белые, высокие белые. И, кстати, среди них есть, они очень долгожители, большие, но только те, кто традиции хранит, конечно, в городах уже, говорит, деградация тоже идет. Ну, это глобализация, она же везде ведет, да? А там, вот у него, кстати, дядя прожил, вот лично, вот... Это Бербер, да? Мы ездили в пустыню. Вот у Хусейна, да, дядя его прожил 120 лет. Его прям дядя тоже. Он говорит, я знаю людей 130-140-летних, лично знаю. И значит, у них это как норма почти жизни. Норма. Они это смеялись, это когда вот эта француженка... Ну, корни берберские, да? Ну да, корни. Либо городские, либо все-таки еще те, которые живут в условиях приближенных природы. Так вот, вспоминая про Познера. И вот он говорит, конечно, он... Но касательно помидор. Томатов, правильно говорит. Он говорит вот что. Он говорит, там индустрия генной инженерии и ГМО-продуктов, ну, понятно, как Monsanto, там 8 компаний. Он говорит, вижу в магазинах, в супермаркетах, сельские рынки эти закрывают фермерские, не дают людям продавать, это там страшное дело. И вот выступают, он брал интервью вот у тех, кто еще помнит вот эти вот фермеры, когда вывозили, значит, он говорит, это уже другие продукты, прочее. Он говорит, а я, говорит, разговаривая с одним... Ну, как назвать его правильно, из, значит, президента одной компании, ну, вроде как Monsanto, назовем так, очень крупные генные, которые инженерии,
Он говорит, а он ему нахваливает, этот президент компании, какие у нас помидоры. А они, мы можем задать, как говорится, программу, они созреют, когда нам надо, в ящиках будут лежать там, значит, хоть три месяца. И это выгодно, это все. А он говорит, это хорошо, я все понял. Познер даже говорит ему, он говорит, хорошо. А вкус, у них же нет такого. Он говорит, о чем вы говорите? И даже Познер сказал так, и говорит, я, говорит, сам делал, что мне ответил вот этот президент. Он говорит, а это ничего страшного, скоро вымрет то поколение, которое знало вкус помидоров. Вот и будут беда. Те, которые даже представления не имеют, вот как должен. Да. Поэтому даже мы с вами уже сейчас, вот вы попробовали, какой вкус и все, да. Уже вы такое не попробуете практически. То есть это технология, что, знаете, что делается, вот такой вот мой товарищ, ну, у меня сейчас бывает не хватает площадей, там мы зимние пока не производим, а вот тут круглый год, да? Что это за в теплице в зимних садах тройное стекло с морской водой, где идет там как теплоизолятор, как гелиоколлекторы, которые в советское время ЦК поставила задачу и в Новосибирском академгородке. Создали для вот ядерной войны, когда серое небо, рассеянное дымка, да, и даже улавливает свет, и его проецировать, то есть там в десятки раз, то есть инсталляция сейчас вот у него в хозяйстве, у моего товарища, идет как на широте Туниса, то есть зимой. Получается, что плюс сорта, плюс почва, агротехнология, в общем, это не просто органически, семена, это выше. Ну, и, конечно. И вот это мощнейшее солнечное, полного спектра освещения, не тепличное, это как, вы же обратили, он как крымский летом в Крыму. Да. Вот. Вот такие у нас уникальные продукты. А у меня более 300 таких уникальных продуктов. Вот я, видите, как смог, так сказать, вот... Прекрасно. Да. И вот с радостью... Мы сейчас еще дойдем с вами до шоколада нашего, я расскажу интересно. Это, так сказать... Маленькая вставка к шоколаду. Так. Мы с Марвой Горшаковной очень часто общаемся. Так. И, честно говоря, знаю, что Марва Горшаковна, кроме меда, сладкой не кушает. Так. И такой бы шоколад я не привозила попробовать. Ага. Понравился только ваш молочный. Ну да. Было, да? Ну вот сейчас мы его еще, так сказать, потом попробуем. Вот. И что я хочу сказать. Вот поэтому видите, какая, да, тема, казалось бы, да, правильно... Геномодифицированное страшное дело. 20 лет, как так это в силу вошло. Вообще, вот чем занимались? Я, знаете что, у меня где-то в блоге это опубликовано, но для наших зрителей мы специально найдем. Если будет интересно, даже под этим видом ставим. Есть такая аналитика, одни ребята вели, это в аудиофайлах там запись, да? Они анализировали развитие вот этих технологий и компаний, и кто это стоит за этим, все, к чему приводят исследования, ссылки. Это много-много серий аудиозаписи, там, там десятки часов. Они провели, ну, вот такое уникальное, грандиозное расследование. Я считаю, это как бы идеальный вариант, то есть то, что нужно людям посмотреть, значит, это первое. Второе, давайте далеко не будем ходить, когда просто вот говорит, хорошо ли это или плохо. Если человек не селекцию ведет, когда действительно это природой создано изменение, изменчивость, наследование признаков, все понятно. А вот когда человек просто берет и функцию Бога, что называется, или там берет на себя, ну так, через колено, да, ломая из животных растительного царства, создаются те самые вот эти вот, что называется, химеры и мутанты, которые, безусловно, в своем геноме несут уже информацию, которая. Что тут говорить? У нас же проводились, если говорит, еще нет исследований, их полно. Я в свое время случайно на эти грабли наступил со своими скатами, которых я кормил. Ну, я были там пресноводные скаты, я занимался разведением, селекцией там, да. И я кормил рыбой той, которая покупала вот эту теляпию, морской язык, вот это все прочее, да. И я наткнулся на то, что уже тогда, лет 10 назад, уже в России было, там, я боюсь сейчас цифру, там, то ли 16 видов уже тогда, видов рыб, которые в магазинах продавали геномодифицированных, понимаете, которые в Азии, в странах, выращенных на огромных фермах. К чему это приводило? К бесплодию, к тому, что слабость в поколении в первом, а во втором уже потомство. Как другие вот ученые, то, что на крысах, да, наши, вот когда колбасой геномодифицированные, значит, там мука соевая геномодифицированная, да? А почему бизнес на это идет? Потому что Маркс Фредович говорил, как 300% прибыли, а там литр воды, то есть 1 килограмм соевой муки геномодифицированной сорбирует себя, набирает там 3-4 литра воды до 5-6. Из деньги, из воды, да, так сказать, скважину открыл, вот тебе кто остановится? Просто так никто не остановится. Это нужно на уровне законодательного, слава богу, у нас, так сказать, это сейчас как бы. Это нужно просвещение людей, а не лапшу на уши, к чему это. К чему это приводит? Вот открыли интернет, посмотрели, что стало с фермерами, многими с Индии, когда они там на эти грабли. Это же инструмент порабощения еще, генно-модифицированные семена, потому что они получили вот, значит, кредит в банке, они купили семена у той же компании, а банки им же принадлежат. Конечно. Корпорациям. Они Конечно.
посадили, получили шикарный урожай, да, шикарный. Оставили себе на семена. Семена не дали, поросли, не плодов. Вернее, они проросли, но год они потеряли. И они разорились, и они берут в банк уже кредиты и вынуждены отрабатывать второй, третий год. И уже привязаны к этим семенам. Конечно. А если сажают другие, а те другие семена могут переопылиться с их, то есть сорт, то это уже патент, нарушение, они уже в кабале. Вот что творят в плане, это же вот те нелюди, которые всеми этим управляют, еще нам пудрят мозги, а находятся идиоты, которые пытаются еще защитить то, что уничтожает вас и ваших детей. Вот тут я точно целиком полностью со Стерлигом согласен, что таких просто надо, так сказать, да, уничтожать. Потому что, это враги не просто там народ, человечество. Человечество. Безусловно. Вот, то есть, вот тоже, да, тема, казалось бы, тема-то важная. Это вот, кстати, тема, вот мы так вроде, да, безусловно, ну, мы, конечно, не все факторы, критерии разберем, понятно, в нашей одной дискуссии, настолько их много, что... Ну, тут уже каждый человек сможет сам... Конечно, конечно, ориентиры главное. Главное ориентир. Дать человеку. Безусловно. Я, знаете, что предлагаю? Я сейчас включу пока слайды. Да, кстати, вот об органовом масле. Давайте немножко поговорим. Вот органовые деревья, да? Те самые. Значит, которые дают плоды, из которого потом, вот мы сейчас зрителям покажем, вот мы уже, кстати, дорогие друзья, посмотрите обязательно то видео с доктором Хусейном, которое мы снимали вот тут у меня тоже, значит, в ближайшем Подмосковье, вот это чудесное масло, косметические средства и прочее, вот, кстати, плоды, раскрывая которые, там, значит, нужно как бы три оболочки снять, фактически мы получаем семечко размером и по форме как тыквенное семечко, и вот надо и их. С нежнейшей такой пленочкой, которая, если неправильно раскрыть, если пленочку эту нарушить, повредить, окисление, да, окисление пройдет. Да, и они отбирают ручную еще каждое семечко. Да. То есть это работает, поэтому это дорогое масло. Ну а как оно может быть дешевое? Причем, знаете, как интересно, мне пишет одна женщина, ну тут вот рядом она живет, она пишет: Юрий Андреевич, я была в Марокко, только что прилетела. И я была в кооперативах, которые делают органовое масло. Я не могу сидеть. Да. Но, говорят, мы, я не нашла не жареные, то есть только жареные. Как хорошо, что у вас есть, говорит. Ну вот мы, да. А да, у меня, дорогие друзья, по нашему прайсу, сайт nadgard.com, правый верхний угол, вы можете скачать прайс-лист, и вот все виды масел, все косметические средства, вот розовая вода, которую сейчас показывали, прекрасная, из листьев дамасской розы. Вот, да, кстати, раскрытые семечки, вот они, органы. Да-да-да, вот оно. Розовая вода. Розовая вода. А это вот как раз... Золотистый, обжаренный. Легкая обжарка, 3-4 минуты, да, 60-70 температур. В том видео, да, просто можно посмотреть. А вот серебристое, это вот сырое. Это чудесный, действительно, эликсир тоже здоровья. То есть одна... Вот прекрасное средство, вот эти перчатки, варежки. Кстати, будет у нас на выставке, сможем привезти? В декабрю только. В декабрю перчатки. Ну, да, перчатки. А это вот для мытья, для снятия верхний слой эпидермиса, то есть вот и грязи любой с кожи, изумительные. То есть в комбинации... Уникальные. А? Какой-то уникальный авторский материал. Это такие, да, ткани, которые вот надо, чтобы нам рассказал Хусейн об этом. А это вот как раз мыло... И глина с травами, вот это ихняя черная глина. Гасул, как да, гасул, который они тысячелетиями используют. И это, конечно, вот эта ванная процедура, та настоящая, изумительная. Вот пипеточка, форма такая, вот она, сейчас покажу. Да, вот, допустим, когда масло с эфирами натуральными, той же дамасской розы, иланг-иланг и прочее, так сказать, применить, поставим сюда. А это вот, дорогие друзья, я просто сейчас покажу, потому что пока Марвашек тоже отдохнет. Значит, это у нас Эфимол Сити. Это Москва Сити комплекс. С 29 ноября, целый декабрь, в одной из вот этих башен можно приехать в метро, прям под землей. Можно поставить на парковку. Она, конечно, платная, но там есть хорошая многоярусная парковка, машины. Вы попадаете сразу в торговый зал, где будет предновогодняя ярмарка. Очень интересная ярмарка. Разные товары. Там они не только веганские, конечно. Нас пригласили, мы решили принять участие, потому что мы будем показывать свои приборы по воде, по воздуху. Вот эти, мы сейчас о них тоже поговорим. Масла, медная посуда, там наши некоторые продукты. Там будет работать каждый день. Я думаю, что если только 5000 офисных работников, плюс их гости, друзья, коллеги. Туристы. Да, вы сможете распробовать, попробовать, те, кто не имеет возможности там в определенные дни приехать вот в эти, да? Вот видите, гигантские эти площади, торговые ряды, и около эскалаторов вот этих, вот будут торговые ряды. Это фотографии прошлого года. А вот теперь давайте на этом слайде мы сделаем паузу. Вот тут как раз, когда Мару Гашакина подойдет, я продолжу
продолжу вот рассказ. А это фотография с моего хозяйства в Пушкинских горах. Но об этом чуть-чуть позже.